Сегодня у нас 1 июля 2017 года. Поселок Потеряевка. Вот брат Роман тут у нас живет, малыш. Вот, и вот мы пришли на огород с нашими гостями и гостями. Вот Вика, Софья, им дал задание собирать икринки, из которых потом жучки появляются. Тоже очень важное задание. Где попадаются, вы их складываете. Они вредят картошечке, да? Да, они очень-очень сильно вредят. Сейчас вы там увидите, там одни бодыльки некоторые стоят вообще. Вот дальше смотрим. Матушка посоветовала одним способом собирать жуков. То есть брать емкость и просто стряхивать с куста прямо туда. И тогда очень удобно их. Вот тоже вот на кустике. Вот дальше смотрим. Это вот Леонида собирает. Вот Егор, Илья. Илья, пропускайте эти гнезда. Вот пропустил. Не-не-не, в это, смотрите, не пропускайте. Вам лучше поперек идти, вот так поперек. Вот так вот ходите, вот так поперек. И тогда вы пропускать не будете их. Это вы с куста на куста. Не-не, ты всех собирай, что ты оставил-то, пошел даже. Конечно. И смотри, куда они у тебя падают. А тут ты можешь мимо стряхиваешь. Лучше, конечно, в тазы и в ведра. Быстрее всего получается. Это, Агния, так не собирает, не собирай. Подставляй просто и стряхивай туда. Вот так, раз, раз, раз. Наклоняй веточку вот так и стряхивай, да. Стряхивай, стряхивай, не бойся, не повредишь. Все, так быстрее будет, иначе ты так долго будешь собирать по одной. Ты их не стряхнул даже. Ну или собирай, если у тебя емкость маленькая, то собирать надо. Степа, что ты там насобирал? А что на тебе? Нет, ты в эту собирай лучше. Ты наклоняй и собирай. Прямо туда стряхивай. Это очень быстро. Вот сюда иди, Степа. Сюда вот иди. Вот куст. Вот, например, кустик. Вот, вот кустик даже перед тобой. Вот так вот раз. Наклоняй и стряхивай его. Вот. Нет, ты все кусты осматривай. Везде смотри. Стряхивай. Или собирай. Одну из двух. Чтобы ни одного жучка не было. Только стряхивайте так, чтобы именно в ведро попадало. Не просто на землю валились. Что толку с куста-то ты стряхнул, а они со мной обратно залезут. А что вы все снимаете, как мы работаем? Ну как это? Чтобы видно было, что гости у нас не праздно шатающие. А трудец. Из колорадских жучков. Жучков. Ты веточку-то зря взяла. Ты так будешь долго, очень. Хорошо. Вот жучки. Я не понимаю, как это китайцы могут кушать? Вот так наклонила и стряхнула их туда, другой рукой. А можно показать интернету, сколько я жуков набрала? О, видишь, уже сколько ты. Минут 10 работаешь, а уже сколько нас. Вы ходите поперек, вот так ходите поперек, иначе вы много жуков пропускаете. Ну, конечно. Или один рядок взяли вот так вот и пошла до конца сразу. Потом следующий. А вот так вот бегаете, то у себя вы пропускаете очень много. Через 5 часов, наверное, все это. Все, Маша, убрали. Маша, меньше разговора, больше дела. Бери куст, стряхивай туда. Ставь его под куст. И ветки наклоняй. На землю ставь. Вот так вот. Вот так ты поставила. Вот. Все, и наклоняй. А второй рукой стряхивай. Вот так наклонила, а второй рукой стряхивай. Вот так, да. Все, давай сама. Одной рукой наклоняешь, вот так вот, аккуратненько, над ведром. А второй стряхи. Во. Стряхи, стряхи, чтобы ни одного жучка там не было. Все, следующую, только ведро не ломай. Ой.
Так, ломать не надо, только аккуратно все делай. Тарас, у тебя баночка, конечно, маленькая, чтобы такое собирать. Степа, много стоишь. По-быстрому делай. Ты возьми какой-нибудь рядок и собирай. Что ты бегаешь туда-сюда? Я, короче, раздавливаю жука, он брызгает меня своими кишками. Ну ты его не дави, а ты не дави его. Ты его туда в емкость собирай. Так, Коля, побыстрее, побыстрее. Быстрее. Соберем, быстрее уйдете. Я нормально собираю. В бане будете готовиться. Вот это ты сам себе. Лагерь жуков. Ты сам себе оценку даешь. Надо, чтобы кто-то дал тебе оценку. Нормально, нет. Тарас, вот, лучше возьми ведро. Этой ты баночкой будешь долго собирать. Давай, иди сюда, я тебе покажу, как собирать их. А я знаю, надо подставлять ее и трясти веточку. Ну иди сюда, я тебе все-таки покажу. А то ты еще, может, и не так показали и рассказали. Ведро отставил. Одной рукой наклоняешь, а второй стряхиваешь. Раз их сюда, и все. Ну, смотри, у тебя способ быстрее будет. Все. Все, держи. А баночку давай. Третье. Клади их туда, в ведро все. Все. Все, давай. Только не садись. Ты уже сел, это значит все. Ты никаких жуков не соберешь. Соберу. Вот, вот я по правую сторону от тебя, смотри, красно вообще. Куда? Вот туда идти, что ли? Собирай, где видишь, там и собирай сейчас. Ведро только подставь. Ведро подставляй. Зачем ты их собираешь руками? Подставь, наклони веточку и стряхивай. Только быстро это делай. Второй рукой. Ведро не надо держать. Ведро наклони, а второй рукой стряхивай. Вот таким как бы шлепанием. Раз, раз, раз по ветке. Второй рукой только. Ну что у тебя там, Егор? Белки. Белки, то есть. Белки, да? Я отнесся, такие... надо посадить сюда картошку. Белки картошка. Еще неизвестно какого происхождения. Илья, покажи, что у тебя там за урожай. О, уже неплохо. Емкость, конечно, тебе пошире бы. Тебе таз такой принести? Какой? Вот такой же. Такой? Вот такой же, вот. Да. Сейчас я тебе принесу. О, у него больше всех уже. Вон сколько. Вот это да. Видишь, как быстро собирается. Надо все собрать, чтобы они, жуки, потом дяде Роману не переползли. Толку там их тут. Каждый кустик осматривайте. Не бегайте по огороду. Что мы с ними делать будем? Ну что, уничтожать потом будем их. Давайте их зальем жидким азотом. Жидким азотом. Давай себя, деньги. А я тоже жидкостью ее залью. Так, все, разговоры прекратили. Че, брат, покажи свой урожай. Че у тебя там? Ой-ой-ой, ничего себе. Было бы столько ягод. Такие красные, разноцветные. Точно. У этого, у Егора больше всех. Можно я эту туда присыпать? Куда? Зачем? Не надо. Эту баночку не надо. Чем шире у тебя емкость, тем быстрее соберешь. Вон, смотри. Не проходи мимо. Ты смотри, сколько их. Подставляй под низ и стряхивай туда все. Ого, они это все съели? Конечно. Они же почему? И надо собирать-то их. Кого ты делаешь? Ты так разбрасываешь их. Вот так держи одной рукой, а второй стряхивай сюда их. Как раз по верхушке бей, все. Следующий подставляй под кустик, вот. Стукай их. Вот так вот, вот. Все, где это уронил, если увидел, собери их. Они же обратно заползут на куст же. Все, собрал их по-быстрому. Стряхивай, стряхивай. Где вот можно стряхнуть, лучше стряхивай. А где нет, так? Вика, ты куда? Че? В туалет. В туалет, ну иди. Такой быстро. 2 секунды. Раз, два. Ну, вот так вот, слава богу. Ну что, сестренки, что у вас там? Уже, наверное, много вообще насобирали.
что-то не очень урожай богатый, конечно. Да. У вас тут, видимо, не так много. Там вообще впереди усеяно просто. Ну что? Дядя как? Володя, посмотрите, какую мы кашу насобирали. Кашу какую насобирали. Что-то у тебя икринок-то мало. Ты с каждой кустика осматривай. Да. Вижу жучков. Я не занимаюсь икринками пока. Так ты тоже икринками занимаешься. Ты не жучками собирай. Их, ну, если где увидишь, собирай. Но основная твоя задача икринки. Вот так нагибай и каждый листик осматривай. Потому что их очень много. Мы их соберем, а они маленькие, они быстро вырастают. И потом заново опять собирать придется. Икринки очень важно тоже собрать. Ну, вот так вот. Слава Богу за все. Аллилуйя. Ну вот, продолжаем. 1 июля. Трудиться здесь на огороде. На Саманной у нас называется этот кирпичный дом. Саманный. Потому что был сперва самана сделана стена, а потом кирпичом вот обложили. Вот. Это у нас для гостей. И вот сейчас посмотрим. Начали уже примерно часа полтора как собирать. Вот посмотрим, что они там насобирали. Какой урожай сняли. Так. Мужики, конечно, есть еще. Но больше счастья должны собрать. Идем. Вот полосатики сидят, сюда их. Таких нельзя упускать. Вот так вот их сюда вот. Вот, упустили. Внимательно. Вот, сестра, вот, возьмите вот это. А мне вот баночка. Не, в ней неудобно. Не-не-не. Я так больше насобирала. Думаете? Чем... Да. Вот это сразу раз стряхнул с куста, у вас-то все сразу не стряхнешь. Если... Ну, да смотрите. Так, дайте я посмотрю, что у вас. Вы же недавно пришли там, буквально, да. Минут 10. Вот. Ага. Коля, а ты чего улегся-то? Ну-ка, вставай. А? А, отдых у вас? А, отдых. Понятно. А что отдых-то? Тут какая работа-то? Собрали, да ушли бы отсюда. Да мы же собираем. Все, поди твои. А что у тебя жуков не видно? Где они у тебя? Ты, Володя, посмотрите. О, ничего себе. А тебе кто-то подкидывал? Да, потому что мы командой работаем. Вы же сказали, мы будем выигрывать. Кто больше соберет. Ну так вот, мы там командой. Да, я говорил-то, я не говорил такого. Дядя Володя, вы говорили, то, что... Вы говорили так? Да? Я даже не знал, что я говорил. Вот это да. Так, ну что, показывай, Тарас, сколько у тебя там урожай. Ты с кем собираешь? С Леонидой. Леонида, ты зачем им веточку сюда подсунул? Чтобы они быстренько отсюда сбежали? Это игра. На перегонке. Вот, смотри, он уже побеждает. Понятно. То есть Тарас нравится, когда на перегонки, да? Гонки нравятся. Кто вперед? Старый умывальник проиграл. Ты, Егор, что, отдельно собираешь? Да. А тебя кто-то еще помогает тебе? Ты один? Нет, один. Один, да? Да, понятно. Я хочу посмотреть, насколько они умные, чтобы залезть по одному стебельку. Да? Всех туда кидать. Ну, на это у них тяму хватит, это точно. Может, не у всех? Вот у всех уборщик, наверное, у брата Никиты. Никита Андреевич. Примерно одинаково. С кем? С этим? Да. О, вообще. Очень много на земле еще остается. И когда страх уж не сыпется, пока ну, соберешь да, землю. Да, да, да. Другие ходят, постучала, ушла тоже, они все остаются. А ты, видимо, видишь, я говорил, что... А ты видел там тыква в этом? Четыре куста выросло, то, что ты садил. Вот у нас тут арбузики посажены, матушка сказала, здесь место хорошее. Можно посадить. Вот ветви. Идет в рот. Вот я вчера полил тут, вот они. За ними надо будет смотреть, вот кусты, видишь, тут, видимо, несколько штук. Побольше, Надежда Васильевна, конечно, еще больше, раньше ходили, блядь. Четыре куста.
Я поехал затапливать, время уже подошло. Я там сигнать на всем пока поговорю, поставил. Долго еще с ними заниматься? Ну, еще бы надо бы, конечно. До 11. Потрудись с ними и все. Потом собирай команду, уводи их. А сейчас затоплю. Сегодня у нас суббота, банька. В баньку все пойдем. Ну все. Вот они отдыхают. Жуков собирать? Куда вы обратно пойти? Обратно в лагерь. Какой лагерь? Лагеря нету. Домой. В дом. Домой. Нет, это... Гости. Сейчас... Сейчас 36 минут, ну всем жарко. В 11 вы пойдете. В 11. Осталось... А сейчас сколько? 20 минут осталось. Почему с небольшим. В 11 пойдем? Эти 20 минут мы будем лежать. 20 минут и вы пойдете. Хорошо. Илья, что ты там делаешь? Да, это быстро пролетят. Больше всего сейчас это я хочу пойти. Да, вот сколько. Покажи, сколько у тебя. Ты с кем-то или одна? С кем-то. Да мы в команде. А сколько у вас в команде-то? Валерия, сколько у вас? Четыре, три, четыре. Ну, Софья, Маша, Агния. Ой-ой-ой. О, так вас много. Нет, не Агния. Стой, сейчас стой. Пять человек в команде. Валера, София, я, Вика. Старшие, где девочки? И Илья. Агния. Нет? А, значит, по мне получилку. Где ты, мой хорошенький? Вот. Я больших боюсь, а маленьких нет. А у меня... Ему нравится, видимо. Хорошая площадка. Все, слава Христу.